Кто-то танчит Ома, ты Апокал Короля танчишь, Иглера из Морски танчит, и сомалийский трэш танчит. Ну и все. Ну, сумоньте с Дексиону и погнали. Кто фласку дашь? Фласки Сацуны выдает милишные, ярды дэшные выдаю. А, все с кеврей? Короля танчит. Только Сацуны нет с нами. Нет. Подземелье тоже. Саня, у вас сова-то есть? Давай, я выйду сейчас, погоди. Есть сова, тихо. В смысле выйду? Ну, выйду, возьму фласки, но забегу. А, да, я тоже понял. Сейчас выйду с фласками. Да, вот тебе сейчас принесу фласки. Короче, засумони лапочку и будет тебе гуд. Теперь под декурсом, под декурсом. Определенно первую пачку декурсит, Марсес вторую, лапочка третью, он у четвертую. И, ой, он у пятую, точнее, и четвертую мы все вместе декурсим. Все, разбирайте фласки. А у вас один паладин у меня нет. Ну, хотя бы каску там вар покричит. Можно фласочку? Марсес, заходи. Кидай мне Сосуну. А, не Сосуну, а лапочки. Дексиона. У меня СПДшная, если что. Лапочка милишная будет. Марсес, ты заходишь, да, нет? Что-то писал? А, ревок сделаю, включил, да, он понял. Напоминаю, выносите бомбы, самое главное. Здесь босс тоже простой. Выносите бомбы, и милики не подходите ни к какому мобу. Кроме Ома, по Ому только играть. Готовность. Чего не хватает, лапочка? Каски не хватает. Каски, кулака под руином, пожалуйста. Один был один, каску. И пока раздайте мне еще всем каски просто. Вар на АП покричит. А кому? Давай я барабанный бас, не? Кому за фласка? На АП. За Сосуны. Ой, не Сосуны, а лапочка. Смотрите, меня еще поставил по любой вере, да? Да? Я пойду в безвойса, нужен буду, перекиньте. Если нужно что-то с босса следующего, то заходи. Если не нужно, ничего, то не нужно. Папа-хапа. Кулак жду. Кулака не хватает. Кулака нет, не крик будет. Все. Ну, у нас ретрика нет. Здесь ретрик не особо нужен. Все, погнали. Идите разбирайте своих целей, пока никто никого не бьет. Милики, вот здесь вот примерно стоите. А пока поддерживаешь короля, как в прошлый раз держал. Пока никто никого ничего не бьет. По Лому играем. Собаки. По собакам играйте. Геру дайте. Вары все играют по собакам. Коты можете тоже помогать собак бить. Сейф отдаст темнеющее и покал. Женя, далеко от нурки, не отбегай. О, у меня это каша, блядь. Все, идите по Ому, стоп урон по Ому. А, опять его, бейте Ома пока. Собаки выйдут, то же самое по собакам. Смотрите, ауесить собак нельзя магией. Каждая магическая атака излечивает на 300%. Поэтому дотки там всякие аккуратно на собак не вешать.
четвертую пачку декурс. Последний декурс стал, по-моему. Все, играйте по боссу пока что. Еще 5 секунд можно поиграть. Сейф не надо будет. Собак нет. Стоп, урон. На пуле слепоглаза. Играем по слепоглазу. Без АОЕ аккуратно, смотрите, кроша не сорвите. Милики, милики, отойдите от слепоглаза, я же сказал, вам вы только лом убьете, не лежь. Вы его отхиливаете, только боль поднимаете, ты скиллов напрягаете. Стоп урон по слепоглазу. Кроша на пулк, смотрите, кроша не сорвите ни в коем случае, приготовьтесь живые бомбы выносить, на кого повесилось. По сейвам отдаст темнеющая масса кру, если будет Коля, айсбаунд и Войд гимн нажмешь. И мастер аур на огонь тоже, если будет. Не лезь за Лейнинар по Скибиди. Катрище по Полинору. Лапочка по Войду. Маша, можешь по себе. Отдали сейвы. Гимн. Уран по кроссу. Что, блядь, сука? Бался, сорян. Туплю сегодня. Играем по лому. Не сорвите кросс. То он шотает сразу. Юи, поднимите. И дестройер его. Ну, ну, бьем 19 секунд, 16. Надо было просто без собак играть всем, наверное. Но это рискованно было. Так, вот сейчас сейвы понадобятся. Собаки живы. Добейте хоть одну там собаку. Сейвы, а пока вот одна темнеющая, все, что есть. Стоп урон по-моему. Так, кого там активировал? Кроша активировал. По крошу играем. ДВМ херово работает сейчас. Сейвы отдаст. Войд, нажми гимн на ману. И если есть тотем, поставьте саманы. Сейвы через 2 секунды приготовьтесь отдать. Отдали сейвы. Коля, темнеющая. Дестройер его похиньте. Попакала. Стоп урон покрошен. Ома. Играем, добили. Все без собак. Просто идите в себе эти ома. Декурсы только не давайте. Потом, когда добьем Ома, идите на слепоглаза Джагу синюю повесьте и восстанавливайте ману все хилы. Сомалийская злей Иннер по Полинору. Не еще кинь. Милики, да. Слепоглаза синюю Джагу.
АФК. Каст сбили. Все, отбегайте от слепоглаза. Свободный, так, не лезь, Линнер по Полинору, отлично. Слепоглазы, играйте. Милики не играют. Берите кроша, главное, не сорвите. Можно отойти Милику? Да, можно, только отбеги куда-нибудь чуть-чуть в сторону, вот там, где Оум лежит. Чтобы, если на тебя огненная бомба, то видишь. Так. Катавасия, или как там правильно тебя? Залей по скибиди, Эйнар. И Сомалийская тоже по скибиди. Катрись его. Стоп урон по слепоглазу. Кроша. Оля и темнеющая да, сейвы. Живые бомбы не забывайте наносить. Просто с живой бомбой выбегаете из рейна. Следите, как узнать. Через 14 секунд сбитие. Ой, не сбитие, а поражать сейвы нужно будет. Кто-то живую бомбу не выносит. Юи, прохильте. 2 секунды. Отдали сейвы. Стопнули урон по крошу. Никто кроша не бьет. Отбежали от него. И по глаза играют РДшники. Мой сейф не нужен будет, Сань? Нет, тут на этого сейф не жмёт, чем слепый глаз. На кроша. А, бля, ну если крош потом активируется, нужен будет сейф. Давай крошу добьем. Машка Инер откатится, зальешься в глубине. Не лезь в Войда. Да пиздец, ебать. Демоны, демоны. Стопнули урон по слепоглазу. Не успеем добить. Хотя, блять, ну ладно, я дотик. А, добивайте просто его. Дайте свободные иннеры по скидке. Можете повесить на этого, на короля. Ну, на кроша, в принципе, тоже можно. Он не уешь сейчас, пока не активирован. У нас, кстати, Гера откатилась. Еще рано, потому что еще ж никто не активировал. Активируйте следующий. Да, вообще. На кипера ставим. Сейчас зальем его легко. Интересно, ну, Киглера, кстати. Киглера, кстати, милики, которые шарят, как бить, могут бить. То есть он кастует каст в танка. Во время каста вам нужно будет отбежать на какой-то рейндж. Отбежали, точнее, от кроша. Отбежали. Киглера играли, дали Геру, Милики, вот сейчас подождите пока, смотрите, вот как Петя бьет. Вот, кастует каст, нужно в этот момент отбежать. Можете бить, кто шарит, как бить. Петя, хочешь стеридом? Блядь, вот, я не отбежал. Он не шарит, минус ГП, он минус ИП получит, да?
Ну, в принципе, прохиливаем. Прохилил он на напряжение. Стопнули киглера по киглеру. Прохил. Короче, добили, огненные бомбы выносим. Сомали, Скайнер по Скибиди, Маша по Маша КД. Катрище и Аполлону. Нужно добить его в идеале. Должны успеть. Милики, принцип точно такой же, его также можно бить, как то лобили, но тут правда шотнет сразу, если не отбежите. Свой страх. Приготовьте сейвы отдавать. Сейвы отдали. Коля и темнеющие. Добили. 4 секунды, 2%, должно успеть. Хорошо. Все, киглера играем. Лапочка как катится, инер по лону зальешь. А... Не лежь, залей по войду. Сейчас, погоди, я бурстю. Ой, я пошел я от вас. Если что, короля могут все потом милики бить, только я скажу, когда отбегать, там будет момент. Ну пока, смотри, там не усни. Да я курить пошел. Я уже заебался стоять. Пойду покурить. Просто продолжайте бить киглера. Продолжайте, он потом сразу же активируется снова. Так, по королю. Отбежали милики от короля. Вот это сейчас фигня закончится, переисполняющая мощь пламя. Можете бить идти. Все, идите бейте. Блять, когда ж это говно уже понерфит, блядь? ХП хотя бы. Так уже сделали нерф. Аф на лице 4. Чем тебе нерф? Ну и так, кстати, начали быстрее бить. Сколько мы, получается, бьем? 13 минут. Раньше по 25 был бой. Помню, как ты еще не добил. Ну да, но тут уже, в принципе, все. Типа, вайпнуться почти нереально. Не, ну все равно не 25-30 минут бой раньше был. Да вы что, уже королю бить? Мне самое больное, когда... Милики, отбегите, там хекс будет. Ну, бейте, идите. Все, прошел каст, вот. А что за спек? Это Африк или демон? Демон? Демон, да. Нормально, да, демоны ебурят наконец-то. Теперь можно и начать делать демона. Ну да. Когда я вас просил, вы еще что мне с пищуном поводили по лицу, блин. Потому что дорого шмотки было собирать, а теперь... Я говорил, что помогу всем, там, чем надо, там, денежки нас дал бы на камни. Все, теперь у вас один демон, остальные будут дестриков бегать, блядь. Дорого это только фулл сердали, если там не фулл сердали, это не дорого. Милики, сейчас выйдет два этих, две собаки, словите их, и просто босса бейте, заклеиваете собак. Так, Паша, ты не передумал, меняешь персонажа, чтобы знать. А что? Чё это все начали персов менять? Нет. Ну, блин, его право. Ты мне выдал такую реакцию, что у меня просто желание попало это делать, поэтому нет. По смене персонажа как происходит?
4 на протопаладина сейчас очень помогает рейды, я уже сделал. Окей. Как скажешь. Я тоже на собой буду делать. Нет, из Морска уже не откат, они делали анонс. Так они поменяли, блин, не всем. Что с королем? Что с ним происходит? Да он сейчас хиксанул, я забыл сказать. Ну ладно, плохо. Хикс все подъехает. Это предсмертный судороги у них. Не, ну демон это, конечно, страшный, блядь. Что он делает? Да из-за него, из-за демона пельмени не видно, как летят. Да просто бульдрован сильный, чего. Мы будем пробегать или как вы? Да, мы будем пробегать через диван. Уважаемые танки, вы быстрее умирайте только, пожалуйста, чтобы я шмот не был свой. Хорошо. Бежим? Бежим. Да, полетели. Саня, я в ДД? Можно? Да, можно. Да ты же все равно не дымажишь. Зачем? Давай ему замену, а? Что это вообще? Да, хорошо. Да-да-да. Мы пробежим, да, и сделаем через минуту. Пробегите, засумоньте там потом. Кивни еще пока. Меня. Отдай дела. Дайте мне, выйти, а? Ну что, шаманы, что-то встанут. Я бы любому отдай, у нас масрез. Или не отдай. Ну я ваниш. Да, хорошо, Женя, тоже уступишь. FDK пойдет, побьет. Сацуны нужен в рейде, потому что ретрика. Вообще ты под этот пал. Я сейчас на паузе. Улетай, да? Да, улетай, Женя. Улетай, Женя, Петя. Да, ты давай на пава, потому что в идеале два хапава надо. Чего ты не хочешь побить? Саша, я не хочу. Саша, 4 хила хватит, можно подамажить? Пета ставить в эту в печку? Можно подамажить, майлик сейчас зайдет на этого, на хапала. Нужно два хапала взять. Так, а вы смотрите. Это трэш. Подождите, спуди. Бить трэш не надо бить, просто засумуй. Будем, подожди пока. Не спеши. Короче, Вадим, заходи на хапала. Сацуна похилит, а ты ретриком будет. А. Негодник. Давай спину по ИПшим. Но... Если она кому-то на успех будет нужна, то он приоритетом пойдет. А, слушай, Саш, мы второй раз били в 4 хила били. Так что можешь попробовать сейчас я одет, попробовать либо в 3 хила, либо в 4 также, нет смысла. Войд нужен или кому-то другому? Быстрее. Раз, два. Джанг. Заебись. Тебе надо? Окей. Джанг, тебе надо? Она, да, нет, быстрее. Для демона, все, для демона тоже забираем. Не смотри. Окей. Да, ну ты же понимаешь, что я тогда надруляю, больше не буду. Пал так пал. Блять, ты начинаешь опять. Ну конечно. Вин. Так это ничего, что ты просишь на него заходить что-то чаще и чаще. Я прошу. Нужно заходить чаще и чаще. Ты же сам на него выходишь. Сейчас он уже видит, сколько дублей стало. Хорошо. А я что, не в рейде? Сейчас будешь. Я типа в рейде, но... Сейчас на замену, а ты... Да, ты в рейде. А у кого-то дефлас можно украсть? Есть человек, которому не нужен босс? Ну? Поставьте скаф и засумоньте. Там ладно, Серега отошел курить. Пусть идет на замену, Саня, давай. Блин. А он, правда, он в инсте. Я тоже в инсте. А, Вадим не в инсте. Серега плюс Санек, я ему патики. Сумойте всех.
Пока оставайся. А, все, давай тогда из морски ты, а Серега во время. Улетите из морски. Серега половит руки. Засуманьте всех. И кто в пятой, первой пятой пати. Только быстрее, плиз. Вот это все почистили, которые там справа, или вы не чистили? Его не нужно чистить. Серега, отними, пожалуйста, 10 ЕП Джанку и 300 за королей. Смоньте все. Теперь считаем, сколько у нас петов. Раз. Кому 300? Кто сагрил? Кто-то сагрил. 300 просто всем начислить за босса. Они на тебя идут. Сами прочитали ничего. Да это скрыса. Блядь. Ну, аг. Нормально. Все, он отагрился, нету. А зачем? Убейте этого одного. Не бейте его, ну половина не в бою. Ну умри просто и все. Просто сдохни, нормально. Да он сейчас всех сломает. Так вы ничего не делаете. Ну кого он выделяет, блядь, садите просто к нему туда. Если б не было ни лапок, ни шоков на них. Походу мой пет загрел. Меня суманули, он побежал какого-то хрена. Левать себя, да? Пришел один такой, показал, кто тут в бате, блядь, ушел. Так, ладно, как посчитать петов, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, семь петов есть. Три человека под лицо. Коля восьмой, получается, два человека под лицо. Давай, Сацуне под лицо. Или Тихопалом, сэр. Ну, я не знаю, я в тут... Да, Сацуне. Давай, Хапава, Полинор, Влема. Не Влема, а да, Влема. Полинор, Влема, Сацуна, Хапава. Тогда FDK под лицо босса. И кто там, кому еще доверяю, кто не обосрется. И вот давай апокалипсис, чтобы вы были в равных условиях. Так я обосрусь как раз-то. Давай, давай. А можно с самым смыслом? Я забыл, как там бегать. На стате, как... Тебе нужно... Да там на касте всего лишь подбежать надо, и все, сокрушающий удар или какой. Нет, тебе нужно будет просто, когда каст адского пламени, отбежать, а так все время стоишь в петах. Адское пламя, ты отбегаешь за FDK, просто за FDK бегайте. Кто-то мне еще искать его, блядь. Скажешь, давай, либо он, либо Войда тоже в ДД. Блять, ну вы в три хила хотите хилить или что? Четыре. Темнеющие, Сасуны, я, и Войд, и Иона тоже. Не, Войд по-любому нужен будет. Войд будет нужен. Давай, Машу. Все, смойте FDK, будем начинать. Коля танчит. Самонистская. Маша отправила за шмотками. Ждите сейчас. Все, он сейчас придет. Тактика на миликов, просто бьете босса, будут появляться руки такие. Что значит, печать будет появляться такая. Твоя задача, если она рядом где-то вот у тебя появляется, просто в нее забежать. У тебя вешается дебаф. Следующий дебаф от печати ты уже не должен словить, потому что тебя убьет. То есть появляются опять же руки, просто отбежал, допустим, они вправо появились, ты отбежал чуть к левой стороне. Под лицо босса никогда не заходит, пока не сказали зайти. Все? Так, ребафаемся, рыбу ставлю. А фласки дашь? Я не знаю, у кого фаски, у лапочек, блин. Вот ты под лицом бьешь, все равно не понимаю. Начинай. Бля. А кто каски дает? Каски, да разберутся сами. Темнеющие каски дают. Просто кулак-то есть. А петов все поставили? Я поставил. Готовность. Идите петов поставьте. Ренессанс. Ренессанс не поставил.
Плюс дебаф Будрейвен Ренессанс. Плюсаните Юи и Будрейвен Ренессанс, если готовы, будем начинать. Это очень долго стоим. Герл сразу, да? Да, Герл спал. Герл спал, да. Все. Погнали. Помчали. Боссов не трогает пока никто, пока Коля не поставит. Может, Геру? Геру. Кто-то ходил. Сука, бить не мог. Ой-ой-ой, Коля хуёво развернул. Так, зубы попою ей, дайте. У нас тут как бы проблема есть. Мы бить не можем. Кто за агрим мобов? Этого Исраэля. А он откинул, наверное. Дикси. Дайте диван. По-моему, вы мобов заагрили. Дайте диван. По кому-нибудь. Эти мобы, они не агрятся, если что. Они не агрятся, аккуратно. Если босса так не поворачивает, и танка не отбрасывает, который закрывает руки в, этот, в этих мобов. Вот, ну это да, босса повернули, конечно, красиво. Ой, ладно. Резайте. Мастрец, может, на кого-то сработал. Давайте пока все здесь. Разъебашим. Но большинства нету. А есть ДПС, Лин, гоните ДПС. Да подожди ты. Член нужен кому-то. 10 ТП. Раз, два, три. Но спект надо кому? Никому не надо. Полиция. Хорошая палка. Ну, тоже десятка. Глянь. Так, стоп, не лезь, тебе ты код по мейну. Папа хапа, тебе на мейн же, да? Ну все, 10. Раз, два, перекинешь ко мне. Печать. Ротик, не печеньку. Скибиди 4К. Ну что, это печенька? 4500. Да. Лексион 6. Скибиди 7. Петов не забудьте поставить. 7,2 Лексиона. Раз. 7,5 скибиди. Давайте быстрее, пожалуйста, ребят. 7,5 раз. Мне опять сыграть. 7,5 2. Какая-то хуйня с интернетом. Заменить тебя или что? А, наверное. Я хуй знаю. Меня может опять выкинуть уже второй раз. Давай из морские в рейд тогда. Папаха, попрыгай в танка, будешь ловить руки. Поставьте шкаф. Так, Дексиона 8 раз, 2, 3. Кидай обмен, Даня. Симонище из Морского. Блин, жесть такая, сколько уже в гильдии я нахожусь, еще печеньки всем нужны до сих пор. Конечно, там, да, там еще долго-долго ходить. Хотя они падают, считай, 100% на любой класс, типа. Но они были нужны, они оделись. Сейчас Т4 апнули у людей, они переодели Т10 на Т4, и сейчас еще толтают печеньки. Никто не хочет ходить, понятное дело. Ладно, давайте этот...
Давайте грибафы погнали, чтобы время затратим. Пристабафа нет, лапы. Каски. Короче, вообще бафов нету. Дайте каску по ДК, пожалуйста. Люди добрые, уважаемые. Зацесить кого? Смысл? FDK давай, Дексиона, Будрейва на Покава. Джанк, ну закинь по, и по Юи, но это бессмысленно. Еще раз готовность. Сань, а умысел не тревожит босса, не агрит? Не должен, но лучше не проверяй. Ну, ладно. По-моему, не должен. Это как хантовская хуйня. Босса никто не трогает пока не поставят. Все, можете бить. Геру дали. Коля. Что-то адский рано пошел. Нет людей. Зайдите под лицо еще кто-нибудь. Да, двух человек не хватает. Давай. Давай кто-нибудь руки. Сейчас не хватает уже 4 человека. 5. Так, расслабились. Короче. Чё, блядь, кто заслуг? Типа кто-то не забежал? Или чё? Наверное. А пока вот ты забежал или что? Конечно, или я, блядь, не... стою. Я туда-сюда бегаю, этого адского удара вашего. А чё, в Масрес КД проще встать, суманёте, да? Лока резко. Не у всех Масрес КД, давай рез. Сомалийская, сними диван. Паш, снимай Масрес. Масрес. Еще босс появится. Я встану тогда, резните меня, у меня КД 6 минут, Масрез. СДК, резни. Зачем вставать, тебя сейчас, порезают? Сейчас босс появится перед я вами, ребят. Я посередине комнаты лежу там дальше. Ой, блядь, сейчас еще Пашка загрит боссом. Пашка, ты сюда тут не снимай диван. Я понял уже, что нельзя снимать. Страшно. Что делать? У нас есть 3 минуты, чтобы это все есть. Давайте быстрее. Никто не ходит, идет сразу. Сейчас сам примешь просто все. Я не могу самого задевать. Не можешь самого? Не, у меня принять стереньки. А начинайте, у вас 2 минуты, пацаны, давайте. Быстро. Меньше отопяшь. Не сразу. Сразу пета. Короче, на всякий случай, Женёх, еще ты вместе тоже бегаешь с ними, с FDK. И Вадим. Давайте Вадим тоже. Если будет нормально все, я скажу, там кто-нибудь из вас выбежит. Потому что сейчас 2 людей не хватило. То ли петов не поставили, то ли что. Понятно, через 5 секунд здесь. Идите петов ставьте, шустро. Еще у нас осталось меньше 2 минут. А пока вы ресните. Так, если мы снимем диван, но не будет двигаться. Все равно сбросим. А 2 минуты до чего осталось? До пула. Будрэвин, поставь шкаф. Нужно Джанка засумонить, он встал. 45 секунд. 50 секунд. Кушай рыбу, Джанк. Нормально. Джанк, сразу пета веди, ставь туда. Джанка, сум. Джанка сум. Ну что, никто не суманет, что ли?
Ну я не могу сейчас засмонить. О, все, спасибо. Все. Блинец, у меня не загорится. Юй! Готовься. Агрич. 10 секунд осталось. Женек, Апокалипсис, FDK и Майлик. 4 человека под лицом. Не забывайте руки закрывать. Тут руки не закрыл одни РДДшники. Не стойте и не ждите, что за вас кто-то сделает. Опять пьёво. Нормально, 4 пулёта. Ну что за ёбаный насос? Не лезь, подними Женька из морских FDK быстрее. Блять, опять жесткие зубы по Юре. Я пока уздох. Ренессанс. Да и по это подумал. Да что так, что? Да что за хуйня? Коля, эти что? Так а что? Или что от меня зависит? Он меня подкидывает и в сторону. Но я всегда делаю, как, ну, как всегда, танчу, так и танчу. Короче, идите, 10 человек будет без петов, нахер петы. Смотрите, короче. Не лез, считаем людей, будет Женек, FDK, Катрисия, не лез, это 3, Майлик 4, Майлик 4, Апокалипсис 5, Изморский 6. Ну и давай 5 петов поставим, попробуем. Смотрите, что вы должны будете делать? Он кастует ошеломляющий удар, вы должны будете все сбежаться под ошеломляющий удар, под удар. В Юи должны будете сбежаться. Дальше он кастует адский удар, ваша задача будет отбежать с вашей стороны немножко вправо. То есть, Коля его разворачивает немного влево, ваша задача немножко вправо отбежать, чтобы вас не убило адским ударом. Классно вы резали, у меня 3 секунды КД было еще. Пофигу, давайте, вставайте сами, блядь, вставить шкаф и это присумонят. Понятно? Адский не под жопу, а вот смотри. Вот, вы будете стоять вот здесь. Адский удар, он будет разворачивать его в эту сторону. Твоя задача будет отбежать в эту сторону. Ну, чтоб на себя он точно не прошел. То есть в противоположную сторону. От танка. Там времени немного, надо сразу реагировать. Кто тебя убьет. Пошли, петов поставим я, Марсес, Будрейман, Джанг. Я ставлю петов? Не. Петы дохнут от того, что человек сам сдыхает. Ну я об этом и говорю, то что... Не, просто кто-то сказал, типа, поэты сдохли. А они сдохли после того, как там люди повсыпались уже. Ну я не сдох, Пет, но он там 3 кхп у него оставалось. Если там одна любая пиздюля, наверное, дохнет сразу. Не, мой дох тоже, этот один день раз, он не умер. Самый первый. Давай, готовность.
Сосуны, Саня. А стоп, поняли, что делать? Бегите. Берите все коты, которые я сказал, все мимики по факту. Кроме мистера Бонда. Назад. Под лицом. Не бегайте за FDK. Я вам сейчас метку поставлю. FDK, вот. Квадратик. За квадратиком бегаете. Всегда квадратик. Что? Коты в лице не бьют. Похуй. Хватит урона. Главное, руки закрывать, чтобы этой хуйни не было. Геру дайте. Смотрим. 13. Пока что стоим. Тут может быть петы у лока задействованы. Закройте сзади руки. Сзади, да. Я закрыл. РДДшники, не стойте, не втыкайте руки, закрывайте. Стоп, сейчас на 38. С какого хуя? У вас после первого удара 80 раги был. Пацкин. Ну это пизда, давай. Давай, да. Вешайте диван. А блять, походу первый раз было на 13 людей, потом беты от этого их залетают. От демона, походу. Прыгайте с Детрика, Будрейвен. Потому что, блядь, еще какой-то пиздец. Да, он же не находится под боссом, вроде бы. Или находится. Там были. Там демоны были под боссом, я видел. Парочку. А, два точка. А который флок самонит чертов вот этих, у них КП есть вообще, нету? Да, в них даже врезается МВК, этот хер хомяк. Вам нельзя, чтобы они были под боссом. Ну, ГП локом получается. ГП, ЕП, ну, сильно. Нет, на проезде. Я не знаю. У меня Пет грустит, он устал умирать просто. Тихо. Блять. Короче, еще раз. Люди, которые только ставят петов. Давай два ханта поставят, потому что мало ли у них петы забегут. Давай ханты, два ханта поставят. Это два человека. Юрий третий. А может пацан поставить, их не Google ставить? Женек, FGK, это 5, Катрища 6, Нелеш 7, Майлик 8, Апокалипсис 9, Изморский 10. Все. Саня, пета в угол ставит? Крест поставь, пета, все, и больше никто петов туда не заводит. Забегает больше, чем нужно. Поставь сидится. Войд, сомалийский занг, темнеющий. Рез. Я жду рез. Ну, ресните Войда Жанга кто-нибудь. Или Десмонти. Стоим, ждем просто. Все недалеко лежат. Поставьте шкаф. Все равно здесь все. Не легка, как их, а? Все, два ханта ставят, Петр. Второй хан. Они были стеющие. Так, случай. Внешьте рыбу. Мацкий пошел. Не, почему он столько раги сразу набрал?
28 стаков. Не должно было все равно быть столько раги. Печку, может, кто-то задевает. Может быть. Еще раз, все милики бегают всегда в квадратике. Абсолютно все. Вон Пет еще стоит, херово. Поставь Пета в крест. Чей это Пет? Ренессанс. Юра. Все, хорошо. Изморск, иди под лицо тоже. Прям уже становись под лицо, в крест. И будь там, ты с квадратиком бегаешь всегда. Дичи не проеби. Если мистер Бонд кто-то умирает, забежишь ты под лицо. И каждый адский, точнее, каждый ошеломляющий адский прожимаешь на всякий случай 50-50. Но от адского ты должен бегать. Саня, Сацуна, давай. Полгина третью ауру, пожалуйста. Давайте подставить ему, а? Смотрим, сколько целей. 11, все нормально. 44. Ну по-другому никак. 10 целей по-любому должно быть поражено, иначе это сразу отсюда. Коль. Они что-то переделали. Да, Женек не туда отбегает, похоже. Блин, мистер Бонд, забегай, этот, зубы по нему, по Коле. 14 целей сейчас поразило. Под боссом закройте руки, ёбаная, блин. После ослабляющего будет адски сразу. Я упал сзади, закрывайте руки. 100 опять. Еще один. Они что-то сделали. Так ты видишь, у него рага до ослабляющего накапливает. Попробуйте поставить 10. Вот, у него уже 100. Хотя он даже да, не надо 10. Ничего. 9 людей ставить, не надо Женька ставить, короче, я понял. Окей. Ой, резайте, сумоньте и погнали. Женек будешь бить сзади босса. Так, но теперь по людям, кто будет стоять, наберутся. Теперь. Будет стоять FDK, Катрисия, Нележка, это 3, Мистер Бон 4, Мистер Бон 4, Майлик 5, я стану 6, Мерсес 7, Коля, 8, апокалипсис изморский. Все. Так, смотри, ледяную преграду под каждый нажимаешь и щитман, если что. Следи там. Также можно защитить ледяной доспех надеть. Смойте всех. Это какая-то залупа. Конечно. Смотрите Петов там своих. Враска. Ставить Петов, да? Куда-нибудь в бок, да, поставьте, что-то как-то он не так начал работать. Может, по центру поставить? Поставь. Лучше не по центру, в сторону куда-нибудь поставишь, влево или вправо. Ну, я понял, ближе в какую-нибудь сторону. Окей. Что, суманет кто-нибудь, нет? Коля, знаешь, печку, походу, реально хоть печку цеплял. Потому что сопки по-другому никак.
40. Вот как раз 40 ярости им давал эту печку. Два раза. А как мы могли печку цеплять, когда было еще сколько там пятого? 8 пятого было или сколько там? Я не знаю. Ну, как раз 40 ярости накапливалось. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но можно тут одну секундочку буквально. За Сибирь гильдия убивала, и она говорит, что там с петами какая-то беда, и пока они всех не убрали, петов людей не поставили и не прошли. Но это чисто просто фиксанули, и всё. Вот и все. Короче, 10 человек я назвал, которые под лицо заходят. Что, убрать пета, да? Да, да, убирай. Все, убирайте оттуда пета. Пета вот сюда куда-нибудь кинь, влево, чтобы он не забегал туда. Вот тут. Да не, я просто поставлю, чтобы он не бегал никуда. Так, здесь. Ставлю рыбу. Так все он. Будрейву, Марсес, ты сейчас под лицом вместе со мной стоишь. Ну, типа, сейчас больше миликов надо брать, тогда проще. Да, 10 миликов надо брать. 9. Так все, ну, засумайте. Закинь по Будрейву, но... Я по себе... Ой, по Дексионе закину. И смотрите сейчас, РТДшники, закрывайте руки. Ешьте рыбу, да погнал. Пофиксили, короче, с петами эту хуйню, поэтому придется так бить. Просто доспех обязательно накинь, Марсес. Вместо раскаленного. И рыбу. Пошли, побежали. Должно быть 10 человек в кресло. Отлично. Все, все готовы, Коля, веди. МКшка, зачем тебе МКшка, если ты бить почти не будешь? Кидай, я закинул, что тебе сказал, Будрей, вон, закинь. Вот как у него 40 растут? Ну что, печка была, сейчас нормально. Да. Ебать, ну что за дерьмо? Почему адский пошел? 13 целей поразило, все правильно. А? Сделал Сашу, а Аврюадский. Почему 13 вместо 10? Еще кто-то 3 цели каких-то. Давайте резать. Червей там ни у кого нет. Апокалипсис. Играешь с червями? Да, он с червями играет. Да ты заебал, ну сколько раз говорить, убери этих червей. А червячки тут вообще при чем, блядь? Так вот, возможно, из-за них и багается сейчас. А до этого они никогда тебе не мешали здесь, а. Да потому что они только-только поменяли что-то, ебаный нахуй. Не, ну как вариант, давайте проверим. Какую проницательность? Закачивай. Ну кого считает, посмотрите, 13 целей, кто это? Как ты проверишь, кто это? Черви, скорее всего. Давай сейчас чисто в АДК в ПВП спекнуть на один трай, просто посмотрим. Что нахуй ты нужен в АДК? Потому что нахер ты эти черви не берешь, эти черви. А ДПС я так вот. Так они черно. Как он в АДК даст ДПС, чем проверил? Суманите в АКАТИ. Марсес, выйдешь сейчас. Под лица. Вместо тебя в Акати пойдет. Еще раз, люди, которые идут. Мистер Бонд, FDK 2, Катрисия 3, Нелев 4, Мейлик 5, определенно 6, Апокалипсис 7, Юи 8, Изморский в Акати 9, 10.
Я сейчас смотрю, по скаде трое человек поймали печку. Трое? Это кто? Ники. Они черви, да? Мэлик. Определенно. Первую или последнюю уже, когда они ухаживают? Да. И мистер Бонд. Что, мне спектр? Я не знаю, какая это печка, но по урону полученному поток пламени, а поток пламени — это печь. Я тебе даю портал, летишь и меняешь таланты. Пока. Да? Да. Без червей. Ты, блядь, сейчас... Давай. Не, ну мод и все. Я тебе дал портал, один. Я понял. Блядь, бедные червячки, блядь, опять без них. Коля, ярость дается не от людей, пораженных печкой, а когда грудь поражается печкой, добавляется ему 40 ярости. То есть люди похуй. Ну, сейчас они, видимо, что-то наменяли. Так когда я печку ловлю, чтобы он стаки скинул, я ловлю дебаф сам собой. Если я не поймаю его, то игру не ловит. Ладно, давай. Его грулю можно прям под печку поставить, и он не будет ее лутать, если я не полутаю. Я понял тебя. Блять, хер его знает, я стоял в самом краю. Как я до нее доставал. В самом прям. Старайтесь ближе к стенке туда стоять. Значит, это наш косяк. Ну, минусанем, что сейчас будем пробовать. Пробуем. Будем минусовать. Ну вот, если что, вот две печки стоят прямо здесь. Тут четыре печки всего. Может, вы с пола тут стоите, и они задувают. Мы в кресте стояли, в самом краю. Я вот сюда вот упирался, вот. Самый лучший край. Фласку дешевую выпить? Да, выпить дешевую. Пока что непонятно. Но дайте убить, дайте надо, шкаф. Дайте ребах, пристабах, апокала, сум, враз. Зачем? А, ладно. Мы уже здесь все, походу. Зачем слово? Меня апокал показывает не здесь. Не, меня нет, я же планты пошел скидывать. И в Акате, и в Агримаре. Как здесь могут быть все? А продайте кто-нибудь обычную фласку, Людаш. Да забей, сейчас надо разобраться с этой херней. Почему Лацкий залетает? Так еще час РТ, все равно какая разница, что разбираться. Так, ладно, не про то, что у нас всего хватает. Давай, а пока. Сум, ты принимай, все, погнали. Кнопки-то хоть дайте выставить, а? Вставляй. Минутку. А он через сколько примерно печку начинает дуть? Я просто не обращал внимания. Ну, почти с пола первое, а потом через 30. Вот, смотри, Коля, так станет нормально будет. Да лучше встаньте вот тут на всякие, прям вот здесь, потом, как я поставлю, забежите. На всякий случай. Встали, если да, в квадратик покажешь. И за квадратиком бегаем. Ну, пока. Встань в квадрат. Я тут уже давно... А, уже в квадрат. Все, иди гуляй. Ладно, я череду вообще давать не буду. Да, не давай. Квадратику подбежали? Ну, а сейчас снимаем. 10 человек как раз. То есть, когда будешь печку еще активировать, если мы чуть будем правее тоже делать на всякий случай сейчас.
Дикей, ты понял, что делать? Когда он уводит на печку, чуть-чуть тоже отходишь в сторону, чтобы... чтобы водить людей за собой. Убежали чуть. Сейчас вернулись. Темнее, кто умер. Да, и Маста БР потемнее. Ребахнул. И сейчас будет во всем видеть равно мою карточку. Конечно. Блин, дайте еще кому-то, да? Так, не лезь потом, когда отбегать будет, отдашь БР по вратке. Когда будем отбегать. Потом сразу же вернешься. Давай я сомалийская дам БР по вратке. А, давай. Я не баху. Сейчас отбегаю. Вратке. Я следил за кое-что. Забегите под лицо кто-нибудь. Два человека. Марсес, давай. Еще раз. Блять. Минус мне на удачи. Ну, короче, да, не найди. Все ок. Сука, если я когда тебе объяснит один стак и кто-то руки не закрывает, оно мне что-то, это как будто я руки закрыл, такой урон. Руки все закрылись. Тебя шотает, если руки кто-то не закрывает. Но меня рукой убило, смотри, у меня один стак был, и как ты говоришь, руки закрыл. Ты не должен, имея один стак на ДД, идти закрывать руки в раз. Я не закрывал руки, меня волной ёбнуло какое-то. Не было волны, руки все закрывались. Слава отбежал к Катрихе. Так же, как и я. Я точно не отбежал. Резайте. Миликов-то нет. Под боссом никто не закрывает руки. Вот эта информация смертью написана. Зов камня, ударная волна. Один тик 6 тысяч, а другой 44. Это вот откуда у меня такой урон получился? Кто-то не закрывал одну руку. То есть, когда на тебе висит стак, когда рука не закрывается, убивает всех. То... Ну я и говорю, он закрыли. Написали в зоне, чтобы закрыли. Он там темнеющая херб написал. У нас Катрища, много людей, я так понял, ну, под ошеломлять ударство и это руки. Вообще ничего не так. Потому что следите за игрой. Не так сложно, блин, следить. И сейчас я тоже проебался. Но ваша задача закрывать приоритет руки. Не хватит у нас урона. Закрываете просто руки и все. Не спускайте вы этот рекаунт, закройте его все. Суманите. То будем здесь сидеть 10 лет. Все, сейчас сделали нормально, просто не успели выбежать. Короче, петы не работают, поэтому босс стал сложнее игра. Да, по-моему, работают. Или нет? Так они лутают. Они работают. Они лутают стаки, и он адский удар полтораду кастует. Ну, как у нас было. Откуда? Если их чуть дальше отставить. Суманите меня. Ну тогда Коля не может, может не будет успевать. Если будет успевать, то меня засумоньте. Шкафа нет. У меня последних. Ну, Блудрейвен. Да, я понял, ладно, побегишь. Да, супер. Там рыбу. Давай, Коля, короче, ты сам по сейвам проси, потому что мне сейчас нужно отбегать тоже. Вы что, все на рыбу-то залезли?
Отбегите оттуда. Где она вообще? По хапу, а ты на рыбе, походу, нет? Да. Вон он на рыбе. По хапу. Да-да, все здесь. Беги, ты на рыбе стоишь. Не топчи рыбу. Чего стоите рыбу, блядь, на центре народов? Короче, кастует царский удар, сразу же выбегаете, потому что сразу умрете, вот как я. Ускорение и так далее, всякие нажимаете. Ты минус дал-то? Вагон. Вагон минус дал? Минус дал себе? Да, да. Не переживай, мне ИП, я за каждую ИП не дышусь. Отбеги пока оттуда. Бежать за квадратиком. Мань. Печка немножко, давай бежим. Ладно, мы вернулись. Ой, страшно меня читать под каждое ошеломляющее, а то мне больно подлетает прям сильно. Приготовьтесь, скоро будет адский. Через 4% раги. Но на 100% раги костюет ад. После ошеломляющего будет адский сразу. Приготовьтесь после ошеломляющего убегать сразу. Убежали. Вернулись. Молодцы. Блядь. А почему он второй раз дает его? Он третий сейчас дал, вообще. Так у него сразу 0 было и 100 сразу. Вот, 3, 4, блядь. Он сейчас 3 в подряд дал. Саш, можешь поднять мне на 10 минут отойти? Да. Там руки под боссом опять не закрыли, походу умерло. Сейчас я в инсте выйду с него. Блин, сука, кто под руки?